Почтить героев сегодня собрались представители ветеранских организаций города. После минуты молчания они торжественно возложили цветы к мемориалу памяти воинам, погибшим в необъявленных конфликтах. Открытие памятника было приурочено к 15-летию со дня вывода войск из Афганистана. Через год комплекс приобрел свое полное завершение. Здесь установили монумент солдату горячих точек. В 2002 году, 6 октября, мы открывали полностью комплекс, вот этот вот мемориальный комплекс памяти по погибшим самарцам в локальных войнах и военных конфликтах. И вот с 2002 года каждый год, 6 октября, мы, ветераны боевых действий разных периодов, разных войн, конфликтов, собираемся и вспоминаем о наших боевых друзьях, которые не вернулись вот с полей сражений. Имена всех самарцев, погибших в 33 локальных конфликтах СССР и России, высечены на мраморных плитах. На пилонах указаны страны, в которых они сражались. Мы ежегодно встречаемся здесь, встречаемся с ветеранами. Многие уже ветераны тоже самое уходят из жизни. Но самое главное, вот эта встреча и вот эта памятная дата говорит о том, что именно наше поколение, оно как бы берет на себя традицию от ветеранов Великой Отечественной войны для того, чтобы воспитывать наше молодое поколение. Владимир Пронин отметил важность таких традиций, особенно для молодого поколения. Для того, чтобы они не забывали о войнах, отдавших жизнь в бою, любили свою родину и гордились ей. Максим Магомедов, Николай Епифанов. События.